Какая тебе разница, лук на гарантии? Твой. Да. Не, у Куликова гарантия железная, это что, меняет? 40 фунтов. Он еще не сломался. Лонгбоу. Денис Евстигнеев, не подведи. 63,9 и 8. Нет, он может больше, точно. Это точно. Бери больше, длиннее стрельбы. Да нет, это для лонга норм показатель. Да, конечно, вытягивается далеко, но ничего так. Ничего хорошего, ничего плохого. Однозначно ничего плохого. Рекорд не рекорд, но годно. 64. И 2. Вот это уже, да, примерно. Ну, почти 70 метров в секунду, это, конечно... На 3-4 можно этих самых вставлять. А теперь внимание, это докрон и еще с глушилками. Потому что сюда можно фастлайт прилепить, ниток это 8, и он выдержит.